Ребятушки, всем привет. Перед началом видео хочу посоветовать вам канал Life Павел. Ребята, чувак снимает видео про отдых, про готовку, про рыбалку, про все. Канал интересный. Ребята, заходите, подписывайтесь. Ссылочки будут в описании. Так что давайте, ребятушки, снять такое видео интересного. Шикарно. Так что, ребят, заходим, не стесняемся, подписываемся на канал Life Павел. Ребят, ссылочку оставлю в описании. Дождик начинается нахуй. Клев продолжается нахуй. Давай, рыжий, плащ, палатку одевай, нахуй. Да, в дождь-то лучше рыбу клюет нахуй. А на этом, на озеро, когда ходили. Ну, у нас вот, ну, я в поселке Гатер служу. Там, короче, через лес и на озеро идешь. Там эти канавы, куявы. Там вот такие рыбки, блядь. Ее из воды достаешь, и у нее плач, как у младенца, выкидываешь. Че? Охуеть, она кричит, как младенец, блядь. Нихуя себе, русалки же? А? Русалки? Какие русалки, нахуй, русалки? Рыба, разновидность рыбы. Дед, че, блядь, губу отлячил, блядь? Это разновидность рыбы такая. Холодно, что? Бля, дед, зажигалку потеряешь, на. Разновидность рыбы, плачь как ребенок. Как ребенок, да? Рыжий, блядь. Заяц тоже как ребенок орет. Кто? Заяц. Ну. Заяц. У нас в деревне было, блядь. Сперва пришли зайцев, да хуя, блядь, мигрант пошел, хуя, недели бах нету, потом волки, охуеть, ну да хуя их, а потом рыси. Хорошего волка я видел в том дебле, один раз, блядь, все, все. А эти вот в цирке то, что это какая-то собака облезлая. У нас собаки дворняшки, это лучше нахуй бегают, блядь. Там вообще волк на волка не похож. Тот-то в натуре кабан, там, блядь, килограмм на 100, блядь, ебаный, блядь. Дурак такой, ебать, чего срак. Ты что, охотился на волков, что ли? Не, просто я, когда на поселок меня вывели, я с ближежки уже поздно шел домой, там, ну, это баран, блядь. Слышу, блядь, сзади хруст, нахуй, снега, блядь. Ладно, я недалеко ушел, блядь. Вначале нихуя, блядь. Потом-то оборачиваюсь, я уже понял, что какая нахуй собака, блядь, там дура такая стоит, блядь. Ну, это, ну сколько, блядь, метров, может, 30. То, что хорошо, что, блядь, ну, светло было, блядь, я его увидел, блядь. Я обратно в домик заскочил в двери, блядь, нахуй, носил плюшку. Я до утра туда не вылазил, пока мусора не пришли, блядь. Сука, ты чё, сука, на проверку не пришел, напился, что ли? Я говорю, ну, всем бы так выпить. Я говорю, блядь, иди вон нахуй. Пошли, во, лапы, блядь. Собака, блядь. Лапища вот такие, блядь, ёбнутся. Да прикинь, если бы я под него попал, все, он бы меня живьем утащил, ого. Он бы меня мертвого утащил бы, нахуй, похуй. А может, блядь, а может бы выебал бы тебя. Хуй его знает. Че не волки, блядь, у них на уме. Он половину бы сожрал, половину в лес унес бы с собой, нахуй. Сужу бы. Да, нихуя не клюет ни у кого. Подожди, дед, блядь, что ты, блядь. Сейчас клюнет, хули, вон, рыжего клюет уже, нахуй. Подсекать надо. О. Рыжий, убирай свою удочку. Удочку в воде сейчас. Хуя там не клюет. Смотри, если блядь. Если бы клюнула, она бы утащила туда, нахуй, тело улетело, куда бы шло. Так он, блядь, ее подсечь нахуй, чтобы ты клюнул-то, блядь. Рыжик, ты что, блядь? А это ветром хуярит. Думаешь, ну, ну ладно, блядь, рыжик. Рыжик. Мог бы на камеру сказать, да-да, клюет, паха, блядь, тащи, сорвалась нахуй. Че ты, блядь, на камеру-то, блядь? Видишь, ветер какой? Ветер, ветер, ты могучий, нахуй. Ты гоняешь стаю тучу, нахуй, дедушка губу опять отлячил, нахуй. Оп, собирай ее, блядь, чё? Надо тебе, блядь, веревочку так привязать, нахуй. Прищепку, прищепку на губу, блядь. Вот так, вот так. А то дед, блядь. Прищепку, нахуй, на прищепку. Нормально, нахуй. Рыжик на дедом прикалывается, блядь. Деду, блядь,
Старше тебя, блядь, в два раза, нахуй. 20 лет. С лишним. С лишним, нахуй. Водочку, как водичку пьют, нахуй. Пуль-пуль-пуль. Ням-ням-ням. Дед, блядь. Говорят, дед без бороды, как бабка, блядь. Пускай... Все, не буду бриться. Все будет дедом, нахуй. Не, я-то побреюсь, когда баню затоплю. Ты не в баню пойдешь? Да у вас хоть каждый день можно. Да неохота топить, нахуй. Топить нехуй? Неохота. Нахуй, дедушка, блядь, дай ему леща за это, блядь. Дед, на скамейку что ли присел? Как хули я буду ее топить, блядь? Че мы вдвоем с выскочим? Да давай всех бомжиков соберем к вам. Кису со Светкой, нахуй. Пузу, блядь. Николу, блядь, всех соберем, блядь. Чтоб тебе не для одного рыжика хули. У меня там, блядь, дети ходят. Устроишь это, нахуй. Деда, блядь, заберешь, нахуй. Ну, дед-то уже, ну, вбарился. А дед сам в баню уже ходит, да, дед? В сауну, блядь, в номера снимает. Паскудник, блядь. Когда я следующий раз в баню пойдешь? Это у вас воскресенье будет. А, по затопу получается. Ну ебаный, блядь, ну что ты, сука, не... Ну вон рыба подплывает, видишь, рядом где-то гоняют ее кто-то там, нахуй. Щука, наверное, блядь, щука, нахуй. Можешь поблеснить рыжий, как ты думаешь, блядь? Пошли сходим до дядьки, посмотрим, что дядька там. А что, у тебя блесна есть? Есть. Сейчас. Пойдем, рыжий, посмотрим, что там. Пока дедушка... Ну ладно, пошли, дедушка, с нами тоже, хули, водку. Смотри, да, дедушка, с удочками. За удочками, чтобы рыбы большая не тащила их нахуй. Да, блядь. Пошли, рыжий, просим у дяденьки, что он хоть ловит. О, ребятушки, опять скажут. Да, деду только не скажем, да? Дед, пускай тут нахуй хуйню ловит, блядь, мы-то пойдем, блядь, на крупника, нахуй. Ну там дяденька, видишь, как это... плотно сидит на удочках-то, нахуй. Сети, блядь, стоит. Да нахуя, рыжий, браконьер. Че тебе, рыба нужна, что ли? Это же удовольствие, рыжий. Рыбалка-то. А сети это так, что, это промысел. Мы-то, блядь, на сети-то поедем, блядь, мы надо сети там постоянно, я ебал. Нахуй. Здравствуйте. Ну что, хоть есть рыба-то у вас? Конечно. Немножко есть? А, окунишки, да? Один окунишка-то хороший. Что-то вообще сегодня ни хрена. Да ладно, что мы тут только приехали. Мы ж так. Не, ну бывает, что я вон с мужиками разговаривал, они вообще говорят. Всю ночь просидели. Полдня. Бывает такое. Ну, говорит, две рыбки, говорит, поймай. Бывает, вообще ничего не поймаешь. А не, бывает, что это там. Ну, видите, какие-то, ребят. Нормально попадаешь. Приспособы какие, все, блин. Ладно, Вов. Пошли, не будем отвлекать, шуметь. Поплевало его немножко, взять или будет. На это что ли ловите, как он? Сердечко, печень? Нет, это вон. Не знаю, тут пиявка. Пиявка? Это, пиявка. Кто-то ловит. Пойдем. Ладно, хорошую рыбу вам. Как вам говорится, да, рыжи? Ладно. Ловим нахуй там на сети. Ты? Я тебе, в принципе, там или щуку, или карасиков. Сука, или щуку, или карасиков. Карасей везде, блядь. Караси на сети-то они откуда, блядь, там? Они в озере, нахуй. Мы этих озер уебаты, куда? Бля, ну видите, ребята, вот свиньи, вот, видите, все бросают. А вы говорите, бомжики свиньи, нахуй. Не только, вон все, блядь. Видите, мусор прям раз держу, блядь, собрать с собой, ну нахуй никому не надо. Да, Рыжик? Там караси, короче, знаешь, вот, как тебе объяснить? Завать, блядь. Ну, не завать, там, блядь, вот канава просто, знаешь? Ну, и чё? Ничего, и караси водятся, нахуй. А ты когда там был-то, Рыжик, блядь? Ну, 10... Может, чуть больше лет назад. О, бля, у меня там сидела рыба, блядь. Ёпта моя, дед, ты чё молчал? Она... О, дед, он клюет, блядь. Ну, конечно, взял мою. Так ты же закинул это, дед. На, дед.
Тихонечко, сейчас подведу. Вот дед, блядь, думал, рыбу клюет, блядь. Уже хотел подсекать, нахуй. Вот дед, блядь, натворил, блядь, делов-то, нахуй. И сидим, рыбу ждем, блядь. А дед, блядь, все испортил, нахуй. А дед здесь, ладно, хоть дно хорошо. Воду не надо лезть за крючком, блядь. Да нахуй он крючок-то нужен, нахуй. Давай-ка, рыжий, я сейчас отойду, ты мне поплавок сделаешь, поэтому поплавок порыбачу. То чувствую... Да, не, вон оттуда, тащи его поплавок. Отсыка, рыжий, блядь. Не хочу, ребята, ленивую рыбалку, блядь. Хочу... Сегодня, блядь, как бы это... Все, хватит, рыжик, на. Нет, а. Сделай там, а. Красиво, да, дед? Ладно, ребята, на, походи, я думаю, так реально... Что-то нихера. Посмотрим, может по поплавочку что-то поймается. О, удочка тяжелая, блях. Пойдемте походим немножко с ней. Солнце, ребята. Весь берег засран отходами жизнедеятельности человека. Что-то, хвост чешуя. И поймал я нихуя. Ну, хоть этих пиздить нахуй. Лягушек. Ох. И то хоть чем-то позаниматься. Лягуша тут капец у нас. Ну что, рыжик, поймал, что нет? Поймали? Че? Отсыка, рыжик. Выпивают только паскудники, все. А дедушка, мой камушек уже ёбнул нахуй. А дедушка. Ну а хули делать, нахуй? Надо нам, блядь, поймать большую рыбу, нахуй. Дед, чё, сопля выпала? Не в то горло пошло? Сука, ты чё, дед, в два горла пьёшь, блядь? Сука, дед, блядь, в два горла пьёт, блядь. Рыжий, смотри за ним, блядь. Так два горла хуярит, так. Рыжий пошел опять ссать в реку, наверное, блядь. Дед, камень, искал камень, вон лежит у тебя. Опа. Опачки. Да, опачки. Дед, хоть кушаю, блядь. Че? Камень нашел еще? Дрыжи, камни таскают, а. Что, тебе нужен камень? Давай я сейчас. Если на камень, то на донышко ставим. Давай на донышко поставим, да я лучше, может, поблесню хоть. Давай, рыжий. Нах.
Скажи, жижи, камушки находит. А? А у меня блесна есть? Блесна есть сейчас? Сейчас блесанем нахуй. Да, жижик? Хули нам? Ведь видишь, нету никаких проблем, да, рыжий? Да, дед? О, рыжина устанавливает, нахуй, удочку, блядь. Рыжий, блядь, ребята, у меня сегодня, блядь, за помощника моего, нахуй, рыбак. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека, нахуй. Ну, что там, рыжий, думаешь, карп есть, нет? Ах, блядь, ребятушки, нихера там, наверное, никакой рыбы нет. Опачки. Ну нет, даже тесто еще сохранилось. Ладно, еще раз кинем, да, рыжий? Хули, раз тесто есть. Так, ребятушки, сейчас попробуем подальше забросить, нахуй. Хули. Тесто-то есть еще, хули, жалко его выбрасывать. Так. С червячком. Червячка вам, конечно, покушали, ребята, сразу же видите. Ох, надо червячка еще насадить, нахуй. Едят, нахуй, рыжий, проебали просто. Момент, нахуй, съели его, половину его сожрали. Вот, суки. Ай, блядь, дедушка тут еще лапшичку, нахуй. Может, на лапшичку, нахуй. Лапша такая. Баба, специально не доваривать, нахуй, лапшу-то. Ладно, пускай дед ее ест. Надо поменьше брать, не такое. Да, там есть такая маленькая. Ну, эти маленькие. Угу. Вижу, даже квакушки подтверждают, что надо маленькую лапшу-то брать, а не большую. Так это же лапшу-то я для вас брал, блядь. Ну, чисто покушать. Че говоришь? Особо есть не хочу. Вон хоть деду нахуй бучу пожрать. Поесть-то? Ну, дед поест хоть. Что у него там это? Чё? Газовая плита нахуй, блядь, круглый год работает. Где? В бункере. А, подогревать-то? Конечно. Ать, сука, рыжи, блядь, деда подъебнул. А хуй, блядь, другу я ебу нахуй, блядь. Ать, рыжий деда подъебнул опять. А хули рыжий, бля, как иначе-то, нахуй? Другой мундикат, да? Да. Сука, отвинет за палочки, блядь, пусть он куда-то бьет. Куда? А зачем? Мы сейчас это, подожди, он сейчас засядет, нахуй, мы ее еще подтянем. Рыжий, он, наверное, там у самого рыбы уже сидит, нахуй. А он все, бля, хоть пиздит, нахуй. Что, ее, по-моему, вообще нет. Думаешь? Лягушку он поймай, нахуй. Приехали на ловлю лягушек, нахуй, устраивать, блядь. Да, сука, рыжий, а что делать? Надо же хоть что-то поймать, блядь. Дедушка сказал, он без рыбы вообще домой не поедет, да, дед? А мы его здесь ночевать оставим. Домой через два дня придет, нахуй. Ну, не через сутки, нахуй. И он не нагонит. А что у него ноги-то навалили, у него спина хуёвая, да, дед? Вот все, нахуй, ждем, ждем, ребята, рыбу на. Опа, уже, бля, уже потащила, видел? Ага. Или потащила ее напилась, наверное. А, сука, рыжик, ничего рыжего не наебать, нахуй. Рыбак рыбака, блядь, видит издалека, нахуй. А дед покуривает, блядь, рыба там посиживает, дед покуривает. Все, ребята, рыба идет, рыбалка идет. Угу. Кладбище здесь. О, вилка, ух, вилка. Ебанулка. Вот так вот, нахуй. Ох, блядь, рыжик, на. Да хоть бы одну бы, нахуй, поймать. Бля, ребята, какая жесткая поклевка. Че, говоришь, был на кладбище, че, говоришь? Кладбище, где вот там, я не знаю, откуда сброс этот, где в трубах, блядь. Взрыв, ну так на кладбище.
не спускаешься и потом в горку поднимаешься. Сбоку же на кладбище ты получается. А здесь это низинки такой-то, трубы идут, вот, ну, здоровые такие, блин, бетонные. И туда вода хуярит. И это там. Ну какого расстояния? Ну вот. Отсюда тут пуста. Такое расстояние. Ну, как ручей получается, блядь. Там нихуя пескарики вот такие, блядь. Пусть у нас сучка хуйня, блядь, пескари, блядь. Охуительная вещь. Ну сука, далеко отсюда, нахуй. Ты представляешь? Ты на что их ловил-то, блядь? Да я хуй знаю. На ноготь свой? Это надо, короче, у соседки спрашивать. Она все с мужем ездила. Ну мы так, знаешь, рыбу там коптим, пацаны там привозят, сомики, какие-то баски, ну, коптим рыбу, вот это, ее зовем, нахуй, там посидим, ну, на веранде, там, не, там, короче, не беседка, веранда получается. Ну, хуя, видишь, прыгает, нахуй, там сейчас щучка гоняет, нахуй. Там получилось как, блядь, так-то как бы, я говорю, давай, два, на два, нахуй, сделаем, хватит, нету, в общем, бани. Ну, во всю такую, всю хуй. Так вот люди просят, чтобы ты показал беседку, блядь, показал бы беседку. Два, два с половиной на это самое, как его, на 5,75, нахуй, длиной, нахуй, беседка, блядь, обалдеть можно. Ой, рыжий, блядь, ну ты даешь, блядь. Хули у тебя симка, это пустышка, ебаная. Так хули бы. Ты бы уже знал, раз, там же он отсвечивается. Пошли деда посмотрим. Нет, дед, но, Паха, там но. Же отсвечивается номер, ты уже знаешь. У тебя он кирпич лежит. Деда Леха. Ты уже знаешь. Че дедушка клюет? Звонит нахуй. Так правильно, я сеструхину звоню, он вообще, блядь, хуй знает. Че за номер, че за хуйня, блядь. Может, за какие-нибудь оперисты звонят, блядь. Вообще пиздец. Давай такая хуйня. Извините, перепутали на ваш номер, короче, деньги мы забросили, верните, пожалуйста, обратно. Че, вон у меня сеструхи такая хуйня. Пришла нахуй на телефон. Она Дашке звонит. Даша, что за хуйня там-то? Что за, говорит, понять нихуя не могу, блядь. Она такая, мам, да что ты, говорит, это, говорит, аферисты, нахуй. Даже, говорит, не вздумай, нахуй, блядь. Они... Ребят, дедушка что-то сказал, паха, рыбалки нету нихуя. Поедем потом на базу, говорит, там порыбачим, хули. Да, дед? Так что, ребят, собираем удочки. Сейчас мы что-то проедемся, посмотрим, там до дамбы доедем, ребят, покажем вам место, места. Потом поедем еще к Антону на больницу заехать. Антон, к Антохе в больницу заедем. Поедем по асбесту поищем, ребят. Ну, как бы так, хули. Ну. Ох, ребята, что-то есть, блядь. Ох, подсекаем. Дед, иди, подсачник неси. Опа, 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 опа. Хуй! Подсачник, блядь, хуй! Да пошутил я, блядь, рыжий аж обрадовался, блядь. Хотел, блядь, уже бежать за подсачника, хотя подсачника-то у нас нету, ребят. Ну, все равно рыжий, говорит, блядь. Все, корм слаживаю, туда, вот сюда залаживаю его. Весь, вот он, дед, вот, вот этот. Вот сюда залаживаю, сюда, в эти карманы. Ну, хули. Это тоже все в карманы слаживаю, блядь. Дед, что, тесто-то заберешь? Уберешь? А ты куда его заберешь-то? Каст... О, дед, я тебе пассатижи новые нашел. А, это, блядь, мои домашние, блядь, не забыть. От сука. У деда все есть, нахуй, да, дед? Дед, блядь, мужик хозяйственный, не то что рыжик-пыжик без всего, да? А ладно, пускай. Зимует нахуй. Сушится здесь до следующих выходных. Поедем тогда хули раз, что? На следующие выходные. Ну, ребят, сегодня, в принципе, воскресенье-то вот вчера холодно было, блядь. Я почему на базу-то не поехали? Потому что холодно было. Слышь, Рыжик? На следующие выходные вроде как тепло обещают. Так, я свою удочку сложу. 16-18 градусов. Да? Вот, сука, блядь, держи, интернет смотрит все.
Дед свою удочку сложил, нахуй. Рыжику поможешь, дед, хоть нет? Рыжик, помойки хорошие что-то находят. Рыжик, собери только у нас мусор. Дед, жачку домой заберешь себе, хорошо? Конечно. И тесто забери тогда. Так, вот сюда нахуй. Водку, и водку ты заберешь? Конечно. Ну что, сюда так поставите. Так, вот это давай соберем. Сюда. Она вот она, я потом ее выложу, что ты? Не, он это... Иди удочки складывай. Да он не умеет их складывать. Дед, вам мусор собери, пожалуйста. Этот мусор, дед, вообще соберите бутылки, хуилки. Давай, ты свою собирай. Я свою соберу. Вот, сука, рыжик. Хотел дедушку напрячь, нахуй. Говорит, дед, блядь, собирай нахуй удочки. Я, говорит, не умею, блядь. Блядь, я думал, что клюнуло, что ли, блядь. Нихуя, думал, рыжик, блядь, клюнула у меня рыба, нахуй. Рыба-окунь, нахуй. Как Павел Васильевич, такой большеглазый окунь. Да, рыжик? Ничего. Рыбалка. О, там еще тучи у нас идут. Рыжик. Тащи его сюда, бабулок, рыжик. Испугался, что ли, падла, блядь, рыжик. Сука, это рыжик. Вот так вот рыжик, нах. Дедушка, видите, ребят, вы все говорили, что дедушка мусорит. Дедушка, нет, собрал мусор, да, дед? И бросил в кусты его, чтобы никто не видел, нахуй. Водка. Вон, бутылку еще пустую, дед. Есть бутылки водки? Если есть бутылки водка... Значит, все еще неплохо на сегодняшний день. Есть бутылки водка, значит, есть у нас. В кармане газ, нахуй, да? Нет. Давай, рыжий, да, заканчивай, я же у нас начал хулить. Что есть у вас? И, значит, есть у вас что? Значит, есть у нас предлог. Есть. Чтобы нам с тобою было невдомек. О, бля, какие песни это рыжий поет, блядь. Даже дед такие не знает, да, дед? А дед если поет. То пиздец, нахуй. Рыба сама будет выплескиваться из озера, нахуй. Да, дед? Да. Сука, певцы, блядь. Это, блядь, рыжий тоже вам певец удочки. Все смотал, нахуй. Че, крючком зацепился? Ну. Ты аккуратно, крючок не сломай своим ногтем, блядь. Убийца, нахуй. Ну что, дедушка, хоть как тебе в Ревсинске-то? Ты же давно не был, так хотел на Ревсинске. Пойдет? Пойдет. Кантошки. На лодке хуярит. Вот, сука, браконьеры, блядь. Хорошо. Хорошо? Может, если базу сниму, может, там лодки тоже будет? Я не знаю. Может, на лодке, блядь, рыжего, блядь. Как это, как бревно рыжего, на рыжего сядем, нахуй. Рыжий будет гребсе, мы будем на нем плыть, нахуй. Да, рыжик? Рыжий такой серьезный, блядь. Натягивай. Да. А то дед натянет тебя, нахуй. Если сильно натянет. Все, хорош. Порвет шах. Сейчас, блядь, дедушка обозлится, нахуй, на рыжего. Когда сам, блядь, попролом, нахуй? Что ты делаешь-то? Не умеешь нихуя рыбачить, блядь. Ну, как-то так вот, ребятушки, вот такая была рыбалочка. Если кому нравится, понравилось, ставьте лайки. Но ничего страшного, не всегда рыбу клюют, дед, ты же сам знаешь. Что это, блядь? У мужика две рыбки, две рыбки. Но, он, блядь, там на четырех удочках сидит, блядь. Закрывай нахуй все. Так что, ребятушки, ставьте лайки. Если хотите еще рыбалочку увидеть, то мы по-серьезному соберемся. Да и так, в принципе, по-серьезному. Ну, все, ребята, мы поехали кататься, сейчас поедем покатаемся. По берегу покажем вам бережок. Потом поедем в Асбест. А, к Антону заедем в больничку. Но это уже будет другая серия, ребятушки, я думаю. Ну, короче, посмотрим. Ждите.